Вот, друзья, какая у нас миленькая сцена. Раджа и Леди Ди. Голову друг другу на плечо положили. И мирно спят. Во, еще и обняла его. Скажет, мой Раджа, только мой. А Раджа спит, даже не вздрогнет. Смотри, какие лапы у них. Эй! Посыпайтесь! Вот здесь леопард. Девочка попыталась разбудить их, но да, если они уже привыкли не реагировать. Тем более спят в такой красивой позе. Наоборот, так даже интереснее, чем... Все, тележку услышал. Не, он просто привык, мясо в тележке привозят. Условный рефлекс. А этому тигру все равно, что ли, он не реагирует на мясо? Вот такое мир и согласие в вольере Раджи и Леди Ди. Всем большой привет от них. Смотри, какие тигры белые.